Да, Василий идет. Василий идет. Угу. Василий приехал с Киргизии. Ночь. Это в ночи. Идите, закрыта калитка? Нет, открыта. Нет, открыта, открыта. Что-то не знает, как открыть. Все открыл. Там кто-то ходит. Быстрее. Все, Никита ушел уже. Сейчас. Никита побежал, вон он его, видать. Перекрестился. О, кланяется. Ну, Вася. Ну, а тут уже дальше что говорит? Тут уже дальше не увидишь. На, снимай. Держи. Я его сейчас буду везде перекидывать. Сейчас, мигом. Никита там, да? Да, закрывает калитку. Не видать его здесь? Ну, не мог он дойти. Там машина, вон она светит. Он там молится. А? Василий перед храмом помолился. Да. Да, вон он идет. Это он несет, да? Да. Так, скрывается. Теперь здесь. Фотографирую, а потом повернешься сюда. Как только в двери войдет, так сразу открывай. Ты это провод оторвать можешь. Отодвинь, выдерни его. Дому вашему. С миром прямая. Привет. Ну все, давай, здорово. Сейчас едешь, да. А я тут этих слушаю. Михаил Гордеев, продолжение-то идет еще. Да еще, я вижу, ты там сидел. Вот так, сейчас. Это что у тебя такое? Это рюкзак запакованный, это чтоб не порвали его там в этом, в аэропорту заматывают. Ну они. Ладно, смотри, койка тебе готова уже. Ой, спаси Христос. Прямо колопешки, чтобы ты как на юге был. Спаси Христос. Так, вот отсюда разуваемся, так, да? Тут разуваешься. У тебя ноги чистые? Внутри? Ну, вообще-то, да. не лишай, ничего нету? А, нет. Все, нет. Вот эти комнатные валенки наденешь, у нас пол холодный. О, спаси Христос. Вот это улица. Вот это на нее голой ногой не становиться. Понял. Как ногу вытащил сюда. А я без ноги буду. Обуваешься. Заранее ногу. Прошу, вдруг какие-то ошибки буду вот, делать. Вот ты понял, вот это улица. Это понял, сразу понял. Все, мы стараемся этот... У меня дома жена за это ругает, поэтому я это быстро понял. Правило такое. Давай. Дорога благополучно была? Ой, слава богу, прям все, слава богу. Ну давай сейчас пройдешь маленечко, охлынешь-то и сразу за стол. Заходи сюда, поближе. Вот так делаешь, да? Сюда. Так, я уже эти... Они все там этого. А мы тебя видели, как ты заходишь там. Ты видишь, он на экране? Там все видать. Как подъехал ты, как заходил. Ну, у вас прям тут наблюдение пункт. Ну, так еще, вот оно где. Они вот все, не взорово все. Вот это такое, вот и двери наши. Ага. Днем-то хорошо видать, а сейчас среди темноты. А вон по улице как пойдет, а это вот напротив дом, а это вот под лестницей прошел, а это вот ограда, улица, вот здесь машина сейчас ваша стояла. 5 кадров. Со всех сторон. Притом непрерывно все это записывается. И можно отмотать? Отмотать и посмотреть, кто тут был, что делал. Вообще... Ну, такие у нас специалисты есть. Достижения какие. Ну, приветствую, давай. Брат, вместе, Владимир. Вместе, Василий. Мир вам. Так, коротко сразу. Так, слушаю. Ты приехал добровольно сюда? Я приехал добровольно. Я приехал научиться умирать. Жить и умирать. Пойду топить. Да. Потому что вся моя жизнь до этого была... Я только думал, как жить. Умирать я вообще не думал. А когда случилось с здоровьем, я понял, что я не готов. Да. Ну, как в любом деле, я, когда у меня ломается там машина, я ищу самого лучшего мастера. Или там по одному вопросу я иду советоваться к самому, по отоплению, там, к самому лучшему сантехнику.
в духовном деле, я думаю, надо искать самое лучшее. А что мне искать? Все есть уже. Думаю, ну дядя родной не откажет. Попросился ради Христа, пустил дядя. Вот моя задача научиться найти эту цель в жизни. Буду молиться с вами, буду... Ну и надеюсь, Господь мне откроет путь. Ну ты не вот считай, что я деспот какой-то тебя тут угнетать собираюсь. Как мне считать, если я сам лично приехал, напросился? Ну, понятно. Я значит, с просьбой я к вам был. Я вообще привык больше делами. Все, буду вставать вместе с нами. Разумеется. 4:40. С ребятами будешь утром выйти на улицу, дальше зайти. Они уходят на работу, а мы остаемся. Угу. Я тебя ни к чему не буду принуждать, сразу запомни. Я все. Только предлагаю. Вот я все. Начинаю, ты сидишь, что-то читаешь. И ты за мной все время подглядывай. Если я пошел вот сюда, скрываюсь, ты загляни, что я делаю. Я ухожу на молитву, чтобы не видели. Угу. И ты становись рядом и молись, если хочешь. Нет, значит, нет. Хорошо. Я тебя ни к чему принуждать не буду. Спасибо, Христос. Потому что, ну, наемник не малейший, есть такая поговорка. Заставить можно, конечно. Но тут надо так, чтобы ты увидел и полюбил. В этом все. И поэтому, вот мы даже когда разговариваем, вот сейчас они, нужно ответить, где-то слышал ответы какие давать, там кто-то бывает спорит где-то. Ну, нужно поставить на место, подсказать, что он где-то действительно не прав был. Здесь по твоей жизни ты сам определи, где тебе надо надавить дальше. Ночью я никого не поднимаю на молитву, это касается каждого свободно. Вот сегодня гляжу, один встал, помолился. Вот. Я тут стою, как говорится, сам по себе. Вот, когда уходят к дверям, всегда наши просто помолиться, в двери выходить. Там, когда подходят к калитке, вот эта вот калитка вот заперта, вот здесь ты стоял, это вот, вот эта ограда так ее видать, вот, вот здесь. Вот здесь они снимают шапки и молятся, три поклона. Это вот, вот эта вот часть, это один кадр, это улица, вот столб стоит, ты подъехал, а вот эта вот ограда белая, днем ее будет ярко, четко видать. А это вот ворота видно. Закрыт, вот это, закрышка. Завязывал. Вот туда подходят утром, когда на работу, три поклона и пошли. У нас все делается по благословению. Об еде заботиться не надо, у нас все есть, и Надежда Васильевна еще нас подкармливает. То пироги, хорошо. То блины какие-то, хоть постно, а все равно все хорошее. Это здесь. У нас вот Роман приезжал, может, ты видел, который в Потеряев. Малыш, он да. Сегодня был а здесь. Я же знаком с ним. Он только уехал сейчас. А-а-а. И он уехал, а у нас этажи-то все заняты были, ничего не положь. А мы тут разобрали, чтобы его положить. А тут и закладывать не надо. Один уехал сегодня, а другой приехал. Я пойду в храме топить буду. Давай. Володя храм топит. Он пошел туда. Сейчас так. Я выключу, ну, а то идет там диалог, они еще, по-моему, разговаривают. Да, а кто? Вот. А это вот этот Михаил Гордеев, вот этот Владимир. А что они? Между собой все еще. А говорят. Вот это как ваше занятие идет? Они вот это, а я еду и слушаю их, они про этого. Ну ладно, потом. Ну, сейчас давай, я выключу, сейчас да. За стол. Сейчас руки помыть надо и. Да, мы тебе покажем. Все, выключу. Мойка, надо не валенки. На чего мы уже валенками не наступать на это? Это улица. Все. Улица. Да. Еще давай. Тапочки привез тоже. Так, закрываем. Только шагнул, ту же секунду закрыть. Так, вот. А закрыли, он сейчас придет постучиться, какой-то порог говорите. А постучиться мы откроем, он закроет и все. Угу. Тут спокойно так, теперь смотри. Так. У нас протекает где-то, ну маленько, мы вылили. И вот мыться, надо помыть. Вот руки помоешь, там у нас ведро стоит. Угу. Вот мыло. Ну, так. Стараемся максимально. Вот видишь надпись какая? Посмотри. Не переполнено, не переполнено ли ведро внизу. Понял. Вот у нас такое было, сейчас мы смотрим, нет. Вот в этой стесненной обстановке определи себя. Тут вода приносят, наливаем. Так, что у нас сегодня есть? Так, я тебе вот суп маленько подогретый. Угу. Дальше. Вода, это чай наливать. Хлеб у нас все время сухари. Маленько в воду тут переломишь, толкнешь и все. Здесь тоже в этом? Или туда можно нет. Чисто? Да, туда уже не надо, это от улицы. А, ты зачем вот, обулся? Вот так. Нет, да, ну, да, чтоб да. Мыться туда. Тут. А ты напрасно ага. Наделал, если на улицу не идешь. А, все понял. Приспособься тут. Надо маленько отодвинуть половичок туда. Так. Тут у нас все хорошее. Чесноковка. Эту обратно ставлю, да, штуку? Да. Что там говорить? Вот эту обратно подставляешь. Да, опять капал, поставить. Помылся и сразу да, поставить. Надо ага. Маленько потянуть, чтобы не было. Все, за стол. Так. Кажется, у тебя-то, ну-ка наклонись. Наклонись.
Вот голая спина. Да. Это не годится. Да, это выскочил. Это не годится. Вот поясок, все ты есть. Должен, у тебя майка должна там, вот она. Смотри, да. Я наклонился. Все. Никогда, чтобы не было. Исправлю. Вот так. Все. Это не, не, ну холодно и ты. Да, да. Сам себя. Ага. Я вот сейчас коротко поднялся, а то что-то это. Господи, слава тебе. Благодарим тебя, что брата привел ты и сохранил в пути. Тебе, Боже, слава. Благослови Василия, чтобы он царствовал над грехом. И наших братьев-путешествующих, Игоря и Романа, доведи до места. Освети дары, посылаемые тобой, словом истинной молитвы. Аллилуйя, аминь. Все, это ща твоя еда? Это? Да, это я положил. Какое-то место где-то дадите? Вот все, садись. Да, потом. Значит, я не люблю стоять над душой. Ну, тут ничего нет. Вот теперь, люди, что вот это она зализывает. Маленько на чашкой или как, чтобы не было. Я наливаю тебе почти полную. Кусочек берешь, обмакнул в рот. Дальше. Тут вот даешь это. Угу. Ложка вот эта у тебя это есть. Это прям с кастрюльки есть? Или... А? Прям с кастрюльки есть? Да, или в тарелке? Не надо тарелки. Вот так, угу. У меня саженная, никуда не ставить. Прямо отсюда, на этой, чтобы насаженной стояло. А, все понял. Да. Или в руках. Нет, лук, чеснок, все здесь. Угу. На ночь закрываем. Это Надежда Васильевна сделала. Ну все у нас. Еще варенье тут где-то есть. Подождите. Все, все, дядя Игнатий, сегодня не буду варенье. Не будешь? Нет, нет. А почему? Ну, ну я поставлю. Да, так, супер. Так, вот это вот обязательно поешь. Тыква. Угу. Пареная, очень хорошая. Все, садись. Я не люблю над душой стоять. Все, спасибо. Все остальное ты знаешь. Ешь до сыта и выйдешь когда. Ну, на этом все. Так. На этом остановить можно.